Я слышала, да. Новик, понятно. Блин, мне реально лицо горит. От чего оно горит? Непонятно. Как дела? Лучше не бывало. Как дела? Дела как? Знакомишься? Каждый день. Да блин, ну это трэш. Письки, письки, письки. Чем занималась? Так ты же все знаешь. То, что в центр ездила, все. Занималась чем-то? Ну, в центр съездила, все. Все занятия на сегодня. Кофе выпила. Это ко всем или опять только в мою сторону? Ладно, упусти моментик, не буду отвечать на этот вопрос. Что делала? Покупала себе топик. А ты на левом? Да, на левом. Но она не скажет, где конкретно. А вот Лина скажет. А что именно где? Что делала? А что именно тебе надо точно сказать? Я тебе сейчас скажу. Лина скажет. А Лина, да. Я не знаю, где караван находится. Нет, не рядом с караваном. Кошмар. Днепр, привет. Приветик. Это Алексаласна, я в шоке. Кому вид, ты Каролину отмечаешь реально, кстати. Шо у вас? Ну, тут разборки, понимаешь, как всегда у них тут между собой. А я не знаю, как закрыть, понимаешь, Лёш? Люблю Днепр. А что, блин, ты можешь мне ответить, что Лина скажет, а я не скажу, что именно? Да, девчачья. Я в шоке. Вау. От каравана далеко. Шо, далеко я? Лео, хеллоу! Елёш, я не знаю, как закрыть. Удалить всех? Да ну ты что, серьезно? Зачем? Это же ей, типа, прям блочить надо. Приходит? Нет. Ты. От каравана далеко. Ну да. Пропускает чинение. Да нет. Слушай тогда инструкцию. Ну давай. Там типа можно или же отключить комментарии на там 24 часа, или же поудалять тупо всех с группы, и они типа в бан уходят, они вообще не могут писать.
Ну, их потом придется удалять с бана, чтобы они могли писать. Вот. Лео, Лео, ты смс эфир удаляешь после... Это понятное дело, да, но сама суть то, что вы ругаетесь дальше, там сидите, вот это уже плохо. Отвязать, а потом заново привязывать, Лёш, я не смогу. Расскажи историю. Какую? Из-за этого тебя отмечают, наверное. Но это да, это понятное дело. Thank you, Leo. Это дело 2 секунд, я понимаю. Привязать? Разве оно привязывается легко? Так это удалится полностью все, походу. Все сообщения с группы, Лёш. Как Настя. А с чего ты взял, что такое было вообще? Да нет. Как это понимать, да нет. Ой, голосовое. Чепуха ты ебаная, никто хуйню не несет. Я тебе лично написал, ебать, не спам группу, ты начал выебываться, вся движуха. Ебать, а потом ты обираешься и всякую хуйню пишешь. Блядь, потуши нахуй этот телефон и иди спать на туре. Что с рукой? Да, блин, где-то я поцарапалась, я не знаю где. А что не было? Да, блин, ну как-то давно было. Сейчас все, нет, сейчас Настя не курит сигареты. Где там? Тю, блин, ты что, серьезно? Я серьезно говорю, что я не знаю, где ее поэта. Очень красивая. Лео, thank you. What the fuck ты говорит? Лёша, что ты мне... А, ладно, я поняла. Так сообщения все удалятся? BMW топ. Чему это? Бодифакты говорит. Понятно. Все сообщения, реакции останутся. Точно? Мазда ивно. Ну ладно. Ну сейчас. Боже, какой ужас просто. Просто. А где... А где... Сейчас, подождите. Настройки канала, пункт... обсуждение, вот что надо нажать. Обсуждение... Как удалить-то? А, отвязать группу. А все, ребятки. Походу, нельзя уже писать. Реально нельзя. Ну, а если они в группе есть, они могут писать? Они, наверное, все равно могут писать, Лёш. Потому что они в группе состоят. Да, они могут дальше писать, эту группу надо удалять. Скорее всего, да. Ну, ты какая-то, ты какой, ну, типа, какой толк? Он сейчас добавится туда. Нет. Нельзя. Как это нельзя? Слушай дальше, Лёшеньку. Ну и ладно. Ой, боже. А как добавить теперь сюда? А, вот. Блин, так все легко было.
Ну хорошо. Хорошо, когда твоя сирена вообще? О боже, добавился. Между нами любовь и километры любви. А, Лёш, спроси, как у Лео дела вообще? Как у него день, там, настроение? Не знаю, пообщайся с ним лучше. Я не добавляю никого. Понимаете? Спасибо за розочку. На кофе мои 45... Да, хватило. А, нет, не хватило. Я два сегодня покупала кофе. Не хватило, Саш, прикинь. Так что они меня там записали в этот, в книгу это, должников. О, отбой сирены, прикиньте, как я чувствую просто. Этот... Что они тут опять пишут? Тишина, мне это нравится.